Не обязательно все экзамены, которые этот мир дает нам, сдавать. Есть экзамены, которые лучше не сдавать. Вот, например, если тебе приглянулся кто-то чужой, и крыша у тебя от него поехала, то есть сладкий вкус вошел в твое сердце, вот этого будущего счастья с этим человеком, который, конечно же, гораздо лучше, чем с моим дураком, вот, то вот это уже то, что не надо сдавать. Это не те экзамены, которые надо сдавать. Эти экзамены разрушают все в жизни. Камни на камни не оставляют от тех ценностей, которые человек в жизни имел. Камни на камни не оставляют. Но самое ужасное заключается в том, что когда у человека есть вера, и он в эти сладкие отношения влюбленности, незаконной влюбленности входит, то в этих сладких отношениях незаконной влюбленности очень сильно меняется вера. У меня есть один друг, близкий человек, который много лет со мной шел одной дорогой, и он вошел в вот эти сладкие отношения незаконной влюбленности. И буквально за полгода он деградировал. У него появились интересы, которых раньше не было. Он перестал следовать тем правилам, которым следовал. Все в его жизни полностью поменялось. В результате этой влюбленности, понимаете, это вера от человека, это от другого человека, перешла в его сердце полностью. Затмила то, что много-много десятки лет он культивировал в своем сердце. Все это до свидания стало. А что-то новое, что вот от этого человека пришло, оно у него развилось за полгода всего. Классно? Это страшная вещь. Близкие отношения, близкие беседы, в которых нет праведности, нет чистоты, нет духовности. Это страшно.